В Беларуси каждый год тысячи детей принимают в пионеры. Особенно торжественно эта церемония проходит накануне празднования столетия движения. Перед тем, как стать частью большого будущего, отдают дань бессмертному прошлому, возлагают цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Затем напутственные слова от администрации города и, конечно, самое главное, 600 октября там повязывают галстуки. Они произносят клятву. Быть добрым, честным и справедливым. Быть добрым, честным и справедливым. Всегда следовать уставу и традициям. Всегда следовать уставу и традициям. Когда торжественная часть подходит к концу, ребята отправляются в парк культуры и отдыха. Праздничная колонна и сотни юных патриотов следуют по улицам города. В этот день все внимание на маленьких октябрят. Для пионеров готовят развлекательную программу. Аттракционы, песни, танцы и даже экстремальное выступление велобайкеров. Пионер должен своими поступками помогать не только себе, но и своей семье, родине. И независимо от положения человека, он всегда должен помочь. Я очень сильно хотел, чтобы меня посвятили. Ну, для этого я старался, я хорошо учился и учусь. Мне очень нравится праздник, я очень рада, то, что поступила в пионеры. Ведь это так круто, здорово. Мы старшее поколение, у нас уже мы наученные, можно сказать, и мы будем подавать им пример. У нас в школе тоже есть пионерская дружина имени Быкова, и вот мы недавно проводили викторину по БРПО, по пионерской организации. То есть, ну, был очень хороший результат. Решение о создании пионерских отрядов было принято 19 мая 1922-го. Тогда тысячи школьников вдохновенно брались за общественно полезные дела, помогали одиноким старым людям. И все это с задором, свойственным юности. Проводили соревнования, кто самый дружный и сплоченный. Летом дети отправлялись в лагеря. Причем мечтой каждого был легендарный Артек. Главный атрибут потерпел изменения со времен создания пионерии, в первую очередь в цветовой гамме. В нашей стране это красно-зеленый, как и белорусский флаг. Галстук – символ готовности разделить добрую славу организации и ее ответственность. Белорусская республиканская пионерская организация – одно из самых массовых объединений в нашей стране, которое поддерживает детские и молодежные инициативы. С каждым днем оно пополняется креативными и талантливыми ребятами. У нас появилось много новых проектов. Это «Пой с БРПО», «Танцуй с БРПО», современные модные тенденции – это «ТикТок с БРПО». Также у нас очень интересный проходит фестиваль «Пионерские искры», конкурс чирлидингов. Сейчас в стране насчитываются более 600 тысяч ребят, которые участвуют в движении. Это пионеры, тимуровцы и октябрята. В отрядах состоит почти 70% всех белорусских школьников. Обновленная организация сохранила свои положительные традиции – воспитание преданности родине, верность идеалам добра и справедливости. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенко, Бобруйск, 360.